Явка избирателей на выборах в местные органы самоуправления на Украине превысила 46%. Об этом заявили в одной из общественных организаций, проводившей собственный мониторинг. Официальные данные пока неизвестны. Подсчет голосов продолжается. Между тем, в Комитете избирателей Украины уже заявили, что эти выборы побили рекорд по количеству нарушений. В Харьковской области завели несколько уголовных дел, связанных с подкупом голосовавших. В Мариуполе и Красноармейске выборы и вовсе были сорваны. Там оказались испорчены бюллетени и таинственно пропадали печати. В ДНР и ЛНР голосование не проводилось.